Василиса Даванкова и Андрей Депутат на ваших экранах. Василисе всего лишь 13 лет, 14 будет 2 мая. Андрей родом из Киева. На Украине раньше занимался фигурным катанием. Ну а вот теперь они здесь. Василиса Даванкова и Андрей Депутат. Тренируются у Сергея Доброскокова и Сергея Рослякова. Было видно в прошлом сезоне, что очень способный партнер. Искали ему партнершу, которая была бы ему по плечу. К сожалению, не на все соревнования они попали в этом сезоне, на которые могли бы. Но на то были разные причины. Ридбергер выброс красивый получился. Элегантный, легкий. Сложный заход на поддержку. Вообще в поддержке существует сразу несколько черт сложности. Во-первых, сложная вариация отрыва или приземления. Потому что если и там сложно, то считается только как одна черта. Одна смена хвата или базовой позиции партнерши. Тоже черта. Сложная вариация позиции партнерши. Один полный оборот. Сложный провоз. Но, правда, это не в короткой программе. Хват одной рукой партнера и два полных оборота в сумме. Тоже
Черта сложности – дополнительные обороты партнера с хватом одной рукой после двух оборотов. Смена направления вращения партнера. Вот, смотрите сами, какие черты сложности присутствовали здесь. Соответственно, они будут влиять на оценки за данный конкретный элемент. Но вообще они катались аккуратненько и чистенько. И, может быть, их программа была не такой сложно сочиненный, насыщенный и драматический, как у мастеров, но зато с этой броской, яркой музыкой им очень комфортно стартовать и двигаться вперед. 53 балла, 32 сотые они получают. Неплохой результат для них.